Там была стрела с пчелой на конце. Может, это была пчела со стрелой в заднице, откуда ты знаешь? Долгие анимации очень. Высасывание. Да нифига себе, тут фобию какую-то дополнительную, да, активирует. Биомасса из унитаза вылезла. И как теперь после этого в туалет ходить? Да так же, как и раньше. С огнеметом. Господи. А нам нужно будет собирать их на суицидальную миссию для конца? Надеюсь, что да. Во, вот это мегамозг я назову этого персонажа. Я не знаю, это... Не ту игру Saints Row назвали, мне кажется. Да. Нет, смотри, просто танец живота такой. Не ту игру мы взяли на разбор полетов, мне кажется. Надо было вторую часть сразу брать. Смотри, как много веселья еще при создании персонажа происходит. Да, ну вообще, кстати, нам вот еще трансляция тизерит Outlast Trials. Судя по тому, что написано снизу. Да? А, ты гляди, тут же снизу список есть. Ха, смотри-ка, Borderlands подписано еще внизу. Возможен тизер экранизации Borderlands, потому что чат... Тьфу, какой чат? Чат, блядь! Чат, где экранизация Borderlands? О, мой мозг потек! Я хотел сказать трейлер. Трейлер Borderlands Twitter. Твиттер. Твиттер? Гирбоксов. Триппер? Постил как... Твиттер. Твиттер Гирбоксов. Клиттер. Постил какой-то... Запрещенная организация. Смотрите, что она делает с мозгом человека. Вот, короче, постили картиночку с героями. Третьими? Кого ты сейчас скормил? Мэдни. Мэдни. То есть человек закинул тебе три косаря, а ты его вот так вот. Да. А знаете, что писал Мэдни? А я вам сейчас, я сейчас на экран вам выведу, что он писал. Он писал вот это вот. Сука! Смотрите. Забежал занести денюшку любимому автору любимого портала. Любимому автору портала. А не надо быть стариками. О, богу, ты не депутат, Фен. С такими фразами. Это рэп, кто просил? Это рэп-кор, а не рэп. Я бумер, мне насрать. А что, для реально главного героя зовут Доминик? Ну что, Доминик? Надеюсь, у него хотя бы фамилия не Торетто. Ну если только ты не скачал игру с Торрентов, а? Как хорошо. Тратьте деньги на развитие навыков Доминика. Или его доверенных людей. Так это семья. Все-таки это Доминик Торетто все-таки. Ну да, да, да. Покупайте членом. Покупайте членом семьи. Все, можешь не продолжать, не надо продолжать. Не надо было продолжать, Вася. Все, покупайте членом, хорошо. Чувак подошел такой, мы выяснили, что я краду у нас. Мы требуем правосудия. Это, блин, верх коммунизма, сам на себя донес. Уникальненько. О, и теперь он доволен и... Чувак проверил, что система работает. Это, знаешь, контрольная закупка. Лучше этого было только, когда персонаж-пес подошел ко мне и сказал, типа, хочу пожрать говна. В том году Го открыл для себя нудистский пляж, и выяснилось, что он самый чистый, и вообще нудисты оказались очень интеллигентные и позитивные ребята. Идеологию не разделяю, но пляжем пользуюсь. А тебя не выгоняют оттуда? Приходится разнагишаться, что поделать? А, приходится. То есть, приходится. Понял тебя. Да, я понял. Через силу. Как мило, что ты продолжаешь убеждать себя в этой теории даже через публичный чат. Что на самом деле ты не разделяешь эту идеологию. Я, конечно, не нудист, но чистый пляж есть чистый пляж. Блин, я даже на самом деле немножко не хочется смотреть, чтобы портить какие-то сюрпризы. Ну, слушай, всякие визуальные какие-нибудь образы интересные. Ну, отвернись, закрой глаза. А я уже. Видим невероятные визуальные образы. Ой, какой страшный звук. О, единорог, прикинь. Ого, и шафили есть. Он лапзается с Кодзимой, ничего себе. Они мутируют в единое целое. И анонсируют новую игру через Zoom. Я не могу не отметить, что даже в футуристическом будущем Зеки, кажется, все еще валит лес.
будет, где ты должен катиться по трубе. Да, будет момент, где катишься по трубе и уворачиваешься. Да. А будут гонки, интересно. Вот я бы гонки был с такими вот, с другими заключенными в этой трубе. Надо было обгонять их там. Таблица лидеров, ежедневные специалисты. Почему бы нет? Да, что такое? Мангу сдох от старости. И все как давай блев. Эй, чё, я... Заблевали его, бедного. Что происходит вообще? Это феновский культ, добро пожаловать. Они тут срут, блюют, помирают от старости. Все увидели труп и решили на него наблевать. Ну ты через ветку фермы ищи. Ферма 2, окей, есть. 13 клёвых культистов на мангуста блюют. Небо, неплохо. I'm Brandon Sanderson. Это Питер Гриффин. Бля, как же она делает вид, как будто все непринужденно происходит. Как будто каждый день записывает подобные вещи. Она даже волосы не запряжет. Как пафосно уйти из диалога просто. Давай знать назад. Жалко, что это произошло не после вопроса, как его, не знаете, то есть Кирилл что-нибудь у него спросил бы. Так, ну тут хотя бы... А, надо все-таки, да. О, здесь тоже... Ты что, крутой, сука? Так, а как бить-то правильно? Ты да по... А! А, так, ну пока я научился хлопать его по... Вообще, ты ему массаж, деле... массаж плеч делай. Да. Какой кнопкой бить-то едет? Ничего, у нее такой костюмчик. Да. И операторская работа. Вот, да, операторская работа. Ничего так показала костюмчик. Опа. Ну все, насладился. Успел насладиться костюмчиком? А, то есть мы всех, кто сюда привели, и всех их почикали. Неплохо. Найс план. Пора положить конец этому. Я найду этих ублюдков и поотрываю им конечности одну за другой. Пора положить конец этому. Я найду этих ублюдков и поотрываю им конечности одну за другой. Ха-ха. Это тебя кто-то пощекотал там? Да. Анус пощекотал. Анус. В общем... Поиск желающих вступить в семью нельзя прекращать никогда, Доминик. Желающих вступить в семью нельзя никогда не прекращать, Доминик. Блин, надо было сделать, короче, персонажа похожим на Доминика Торетто. Получился русячий, это что ж такое? Так, цвет волос. Откуда я знаю, какой у Вин Дизеля цвет волос? Так, ну чё, похоже на Вина Дизеля уже. Ну... Пойдет. Мне кажется, вполне похож. Так, мы забыли поменять тело. Какой-то гидроцефал получился. Я смотрел, как он со стороны выглядит. Я что-то... Что там у тебя происходит? Да я Вина Дизеля хотел сделать, а получился Василий Русяев, автор истории Метроид. Блин, как же Кили просто с каждым годом все хуже и хуже выглядит. Я не знаю, где больше складок, на его лице или на куртке просто. Просто видно, как его высасывает эта индустрия. Ой, Глеб завидует. По-моему, Джефф все еще горяч, как и годы назад. Нет, горяч, как и те старые люди, сами. Мир-армер, это почти Маковей. Да. Это было My Cock Way. Путь моего кок. Бей его. Избивай его. Если ты сейчас же меня не пропустишь, я просто можешь с ним поговорить, да? Он говорит, если ты меня не пропустишь, я прострелю тебе колено. Возможно, он adventure like me. О, мистер Коджима через Zoom анонсирует новую игру опять. Пока я работаю над новой игрой, я работаю над другой новой игрой, сейчас скажу. Подкаст на стриме. Е, новый подкаст Коджимы. Блин, а там же от него новость была, что он заканчивал монтаж трейлера. Трейлер подкаста. Короче, новость. Перевод запустить. Новый анонс от Коджимы выходит 8 сентября. В инфакт просто вот. Что ты хочешь, Фен, сделать?
свадьбу сыграть. А, да? Точно, тут же можно еще. Давай, короче, блин, а мы Ириску не сделали. Можно было дочь и Ириску, и наконец-то бы... Давай тогда дочь на шипздике, мне кажется, нормально. Так, ладно, давай. Ой, чё? А, это не я кого-то с кем-то. Это ты со всеми. Это ты сосёшься. Так, а с кем ты? С дочей. Сука. Вот это нормально. Как ты его назвал еще раз? Только поженились, уже пошли оскорбления. Вот, вот что значит супружеская жизнь. Ух ты, какие здесь девушки. А, ну хотя да, здесь уже же более позднее время показывают. А мы можем на Твиче такое показывать? Ну, это же игровой контент. Я что, виноват, что ли, что они тут такие? Безбожницы! Фу! Мы это, конечно, не любим. Вот буду специально смотреть, чтобы стыдно тебе стало за это. А тут вот еще одна танцует. Натя врыла! Нельзя так! Нельзя! Покайся! Покайся во грехе! У нее рука в пол провалилась. В ад провалилась! Все ваш блядский секс! Проделки сатаны! Слушай, великолепная игра. Я не знаю, чем мы раньше в нее не играли. Слушай, в этот раз субтитры прям очень быстро. Я на максимум прокачал лагерь и снаряжение, хотя во вторую локу еще не ходил. Ну вот, мне кажется, вот в этом есть какой-то небольшой провисон у игры, да? Хабибу прочитал. Да, ты как ты понял. А теперь можно вслух, не знаю как-то. Пишет не про весон, а Биба. Это злодейский злодей. Сейчас он перепрыгнет мост. Восстановит. А, восстановит мост. Злодей. Инфраструктуру восстанавливает. Да, не, смотри, построил-то с нарушениями, а бюджет это освоил, наверное. Вася, ты застал майндфаки? Ты уточни, какой Вася? Я застал и аудио-наркотики еще. А, 6D-музыку. Нет, вот, кстати, 6D-музыку что-то у нас как-то популярностью особо она не пользовалась. А вот аудио-наркотики, да, люди слушали, дебилы. Никакой разницы, по-моему. Ну, в смысле, никакого эффекта там не было. Not a game, but a concept car. That's right, it's here at Gamescom. Не игра, блядь, а концепт машины сейчас вам покажем. Вот просто. Покемон мобиль. А, вот он, фулли электрик, лайк Пикачу. Жду нормального дизельного Чилизарда. Жду автомобиль Слоупока. Раздевал, еще он там сказал про Play On, типа что да, играть да, можно будет, пока да, едешь, да, или что? Кармагеддон. Давайте что-нибудь последнее придумаем. Что сделать, чтобы это было последнее что-то? Кто бы ты хотел последнее в своем стриме сделать, Кен? Не, ну последнее, что я хочу сделать, это убить кого-нибудь. Хуя себе. Я тебе больше в диск не поеду.